Цамия или замия. Род голосеменных растений класса саговниковые. Известно около 30 видов этого растения, обитающего по берегам рек в тропиках и субтропиках Америки. Это невысокие древесные растения с клубневидными стволами и довольно большими перистыми листьями. Размеры ствола, в зависимости от вида, колеблются от нескольких сантиметров до нескольких метров. Мужские и женские шишки образуются на разных экземплярах. Замия – растение двудомное. Часто выращивается как комнатное растение. Очень декоративно замия припудренная, с серо-голубыми перистыми листьями.